Такое нежное куриное филе не оставит никого равнодушным. Досмотришь им видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Филе курицы, 500 грамм. Соевый соус, 2 столовые ложки. Мед, 1 столовая ложка. Томатная паста, 1 столовая ложка. Чеснок, 5 зубчиков. Количество порций, 2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного дня!